Севастополь, площадь Нахимова. 240-летию на площади Нахимова сделана такая панорама. Краткая история города за 240 лет. Давайте посмотрим, что мы там видим. Это все к 240-летию Севастополя. Старые фотографии, информация. Для гостей города это очень большое подспорье узнать быстренько, кратенько о городе. И не только гостям, нам тоже полезно посмотреть. В эту ночь мы на пристань пришли.